Сёлета обласному конкурсу на лепшую организацию ідэалагічнай работы уже 12 годов. Пачыналі з 12 номінацый, по одним пераможцы у кожнай з основных галін, але потом зразумелі, гэтага явно недостаткова. Цяпер, апрача першага, існуюць яшчэ два прызавыя месцы. Получается, что на первое, второе, третье место есть уже 36 победителей. У нас участвовало практически 120 организаций. Это еще раз и еще раз говорит о том, что интерес к конкурсу есть. Лепшее сельскохозяйственное предприятие, лепшая организация жилево-коммунальной господарки, лепшая организация промысловости. На сцене представники предприятий, где саправды імкнуцца клопотиться об работниках. У сувязі со складанным финансовым становищем на белорусском металлургичном заводе некий час тому отменили шэраг додатковых выплат. Але зараз не только вернули их знову, памер некоторых нават повелишили. Апрача того, на заводе вырашили не отмовляться от социальной сферы. Сохранили на сегодняшний день это 8 общежитий. У нас 12 столовых, у нас действует 8 магазинов. То есть социальная сфера у нас еще достаточно. 300 базовых величинь за первое место, 200 за другое и 100 за третье. Апрача диплому, пераможцы областного конкурсу отрымливают еще и премии. При этом на предприятиях подкресливают. Перемога – заслуга не только администрации, але и громадских объединений. Урешті во всех одна огульная задача – повышение добробыту работников, у тым ліку про рост реальной зарплаты. Мы уже достигли в начале этого года зарплаты около 850 рублей. Задача стоит, как и по всей стране, 1000. Перед нами даже более высокие ориентиры. Концерном поставлены около 1170. Сейчас прорабатываются уже в работе, так сказать, направления, какие виды продукции нарастить, на чем найти результат. И мы уверены, что справимся с этими задачами. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».